Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на часах Amazfit Verge Lite можно установить будильник. Для этого мы разблокируем наши часы. Так, я умудрился заблокировать экран. Чего, сейчас я его разблокирую. Далее мы с вами заходим в пункт «Будильник», нажимаем «Добавить будильник». Поставим будильник, к примеру, на 15:33, через минуту. Пускай будет только один раз, а можем выставить хоть на каждый день. И давайте дождемся нашего будильника. Будет он через 5 секунд. Будильник включен. Часы вибрируют. Так, я не знал, что такая кнопка. Давайте ее нажмем. В общем, можно часы отложить. Точнее, можно отложить будильник на 10 минут. Либо его можно было просто выключить. Давайте, наверное, его удалим, чтобы больше он нам не звонил. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!